Вот мы возвращаемся с ягод уже. В деревню зашли. Вот идем по новой дороге. Подтянулись. Ливия. Прося, а босиком-то зачем ты идешь? Он батюшка у себя там обкашивает все. Егор, остановись! Что-то нету батюшка там ничего. Как не довел? Через мостик перешли, через эту дамбу саму. Куда там? Через дамбу перешли? На ту сторону? Ну да. Зачем? А куда надо было? Мы прямо повернули. Будете? У вас пруд остался должен с левой стороны. Так нет, я туда и правее немножко прошелся. Там, ну там поляны, но там ягод 2-3, она высохшая какая-то уже. Да нет, там нет, он говорит, что пруд батюшка должен быть слева от нас. Батюшка. Право поле. А слева пруд, ну, и вы дальше ездим, вот так поворачивайте, да? Так, направо поворачивайте, дальше пройти надо было. Но... Мы что, обратно пойдем? Да нет, конечно, да нет. Сейчас уже время. Все, да. Ладно, все, идите. Не забудь очки. Вы сами-то хоть наелись? Да. Я делал шашлык из этих ягод. Я вас спустить хотела. Вы как траву рубите, вот эту вот или вот эту? Они обе. Нет, нет, нет. Нет, ну у меня много каких-то книг. Какой? Это своя. Да, чуть-чуть. Это ваша? Нет, нет. Можно, я тебе потом подарю. Ну все, пойдемте, ребята. Я первый люблю читать. Это видно, что мне мало бензина. Мне мало бензина, это видно. Я понял, да, все, отдыхай. Ну ладно, с Богом, давайте идите, отдыхайте. Пойдемте.